мы едем изучать мост. Вот я вызвал машину. И сейчас мы поедем смотреть на местный мост. Замечательно. Вот такое здание стоит возле моста. Возле моста это здание стоит. Оно похоже на все местечковые деревенские ЖД-станции в России. Вокзальчики такие маленькие. Посмотрите, кирпич, арки. Вот не скажешь, что это Бангладеш, верно? Вот рядом стоит какая-то трансформаторная подстанция. Это бетон. I think this is also about 200 years. Yes. From the very beginning. This building is 200 years, I can imagine. Посмотрите, вот тут типичная сельская, я вот под Воронежем видел, в Острогожске такой. Окей. Сейчас уже современная. Вот Машвекур говорит, что это отдых был для пассажиров первого класса. Вот тут, и сейчас, говорит, закрыто. Ничего не видно. Ну, понятно, что старый. Ну, вообще интересно. Вот по ступенькам явно тоже 200 лет. Вот под Курском такое, такая же развилка. Старое здание. Проход вниз. I am not interested. During the time of British, this place is the junction of all over the Asia, especially from India. The coal and everything comes to this station. Вот Машфикур говорит, что это была такая крупная станция, когда якобы были британцы здесь. Посмотрите. Какого качества рельсы, которые не менялись, уверен, лет 200. Шпалы. Вон там мост, который мы хотим посмотреть. Вон дальше так называемый Green City. Это единственные высотки, в которых будет жить русский обслуживающий персонал атомной станции. А вот там вот сама атомная станция вдали, которая строится. Вот кран. Кран первого реакторного блока, который почти уже, ну, в общем-то, начал строиться. И мы сейчас посмотрим, собственно, мост, который сделан. Мост через реку Ганг. This is the British one signal room. Especially somebody wait here for the train. So when the train is coming, they give the signal for stopping the people or something. Там, говорит, сигнальная какая-то комната. Сейчас посмотрим, что это за сигнальная комната. Вот зачем вот эта вот хрень стоит? Вот вообще вопрос. В общем-то ничего необычного, но железные балки, которым 200 лет.
Ну, это, конечно, меня удивило. А так ничего необычного. Посмотрите на шпалы, какие шпалы, они железные. И тут явно не на бангладешском написано что-то. BGBR08. И тут то же самое. Not in Bangladesh language, right? Not in Bengali. No, English language. I know it's English, but why it's English in Bangladesh? Who built it? It is one of the heritage of Bangladesh. Mm-hmm. And what you say the name of this bridge again? Harding Bridge. Harding Bridge. Вот Машвикур говорит, что это Harding Bridge. Harding мост такой, так называемый. В честь какого-то британского здесь губернатора, который здесь был. Вот охрана. Hi. Railway. Can you tell that we need to say yes? Maybe he needs money. No. Let's go. Okay. Вот нас с трудом пропустили. Вот посмотрите, ограда как типичная в России. We have the same fence like in Russia everywhere. The same type. Also in bridges. This is also the old one. Yes, that's why I'm telling you. But look the same, look at this rivets. Посмотрите на заклепки. Заклепки, которых уже не используют. Хрен знает сколько времени. И посмотрите на ширину колеи. The width. It's wide. It's not like European. А вот там дальше река Ганг. Вот она река Ганг. Посмотрите. И никто не знает, когда этот мост был построен. И никто не знает, как и откуда взялось столько железа классного проката. И ни на рельсы, ни на мост. Вот тут намывной песок. Вот они как приварены, что ли. Дарлингтон, Ингланд, 912, но я не вру, не верю этому. Кливленд Бридж. Посмотрите. Контракт, номер контракта написан 1912 год, но в 1912 году уже сварку начали использовать, то есть вот таких вот заклепок уже не было практически. Вот это что за надпись? Cleveland Bridge Engineering Company England, даже странные. Yeah. I know. Огромное пространство. Can we walk over there to the river?
прольется, у патриота чуб завьется, с восторгом чувств нет. I think it's cement, right? No, I think it's a brick from very... Granite? From the very beginning. Yes, I know. But is it concrete or stone? Stone maybe. I don't know, I have no idea. I wouldn't have an idea. Stone, this one is stone. Это камни. Ребят, это камни. Соответственно, это гранит. Вопрос, как это сделали. И они говорят, что это 900 какой-то год. Что-то я сильно сомневаюсь. Местные красавицы. But it doesn't look like stone. Look at the surface. It's like small stones and big stones, but it was like cut. It definitely was cut. Вот это точно было обрезано, смотрите. Как будто обрезано. Это блоки каменные. Вот он ганг какие-то, рыбаки тут. О, oh, maybe we go. I will pay. Can you make a deal? It would be nice. Let's go. I don't know, we broke the protocol. What protocol? Fuck it. We broke the protocol. What protocol? If you like this. Election is over. Вот это все подмывается постоянно. Он маленький. Зимой Индия накапливает воду в водохранилищах. Плюс просто нет дождей. Сезон дождей здесь летом. И летом вот это все скрыто водой. Вот это все. Вот по самой вот не балуйся. По началу моста. Вот это вот громадина, который якобы больше 100 лет, 110 лет, но, вот смотрите, вот это вот понтоны,
вот эти вот основы моста, основания, они очень в хорошем состоянии, в отличном. Они еще 300 лет простоят. Рядом автомобильный мост, и он совсем недавно построен. Но он сопоставим, посмотрите, по масштабу. Его строили очень долго. Вот сколько же строили вот эти вот огромные фермы. Как их доставляли, потому что каждая весит по 1000 тонн. Сколько их пролетов? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 пролетов я насчитал. Зима, воды нет вообще, говорят. Он два раза больше, как Волга, примерно. Безусловие. Thank you.